Доброго времени суток, меня зовут Сергей, и добро пожаловать в игру под названием Лимбо. И, ребятки, мы с вами продолжаем. Как бы это странно ни звучало, но у меня сейчас глубокая ночь. Так, мне главное вспомнить управление, потому что довольно-таки давно не играл. Ну как довольно-таки давно? Довольно-таки давно, это грубо таки сказано, пару дней не играл. Мне кажется, здесь сейчас произойдет что-то очень стрёмное. Да? Потому что что-то как-то странно тихо, и меня это пугает. Скорее всего, либо какой-то монстр, либо какая-то ловушка, что-то типа того. Ну, будем смотреть. А что так? What the hell? Черт, я попался. Черт. Черт, я так и знал. Вот я так и знал. Ну вот что это значит? Охренеть. Это мы проиграли или как? Он сейчас нас повешает. Окей. Так, нам нужно попытаться, скорее всего, наверное, выбраться. А, окей, паутина по паутине идет хорошо. Значит, поэтому у нас это было как в планах. То есть так и должно было быть. Но это очень странно. Странно управлять какой-то куколкой непонятной. Ну ладно, мы прыгать-то хоть умеем. Да, прыгать мы умеем, даже в коконе мы умеем прыгать. Оба-на! Мы умерли, да? Черт. Но ничего, наверное, сейчас как-то нам нужно... Наверное, нам тут как-то не это... Ай, черт, нет. Ладно, давайте попытаемся еще раз. Нам здесь нужно как-то умудриться перепрыгнуть, потому что рук у нас нету. А как нам выбраться отсюда? Можно узнать? Смотрите, мы можем вниз. Что у нас тут? Кнопки какие еще работают? Shift, что? А, то есть мы можем вот так это сделать. То есть мы можем прям зажать и прыгнуть далеко. Черт. Ладно. Сейчас попытаемся еще разок. Смотрите, мы можем делать прям... Вот, у нас есть такой прыжок, прям он большой. Вот, классно. Мы смогли перепрыгнуть это, хоть и с пятого, с третьего, четвертого раза. Да, но все же. Уи-и-и. Так, что, нужно как-то это пнуть как-то. Давай. Ой-ой-ой. Мы не убежали от этого. Ну, давайте попробуем. Супер. Что? Пихаем, 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 пихаем. И убегаем. Супер. Классно. Мне нравится то, что у меня получается. Да, это очень странно. У меня никогда не получается играть в такие логические какие-то игрушки. Ну-ка, стоять нам нужно как-то потихонечку, наверное, на этом шарике постараться. Ну-ка, назад, назад. Паук, черт, паук, паук, сзади нас паук. Наверное, тот чувак, который нас в кокон заделал, да? Я так полагаю. Супер. Мы выбрались из кокона. Отлично. Парень, поднимайся. Поднимайся, поднимайся, поднимайся. На тебе еще кусок кокона болтается.
Ну ничего, надеюсь, он от нас от... Ты кто? Ой. Чувак, ты повешался. Это печально. Ой. Что у нас не то? Ладно. Как тут у нас? С разбега опять? Черт, нет. На таких моментах я начинаю тупить жестоко. Я знаю, как это пройти. Нужно сейчас раскачаться зад вперед, зад вперед. Опа-на, отлично. В принципе, игрушка такая атмосферная, она такая классная. Тут нужно очень много думать, поэтому, ух ты, ё-моё. Ух ты, поднимайся, чувак. Так, нам нужно, наверное, взять разбег. Ее, супер. О, ух ты, охренеть, как мы успели с вами. Ой, как супер. What? Беги. Мне нравится то, что я успеваю. А как я тут должен был сделать-то? Что я там должен был сделать-то? Ауч. Супер. Мне кажется, сегодняшняя серия будет называться, если предыдущая у нас называлась Капканы, кровь кишки капканы, то, блин, мне кажется, эта серия будет называться как-нибудь Деревья убийцы или еще что-то типа того. Как мы должны тут перепрыгнуть? Я не понимаю. Я вообще не в курсе. Вот, ну вот мы прыгаем, да? Нет, не так. А, мы можем перепрыгнуть эту штуку. Окей, ясненько. Хорошо, сейчас попытаемся. Да, иногда моя логика просыпается уже после того, черт подери. После того, как вы там, ребятки, додумались, я понимаю, что номер для вас это кажется настолько легким, настолько все это вот прям, потому что я знаю, ребятки, что умники и умницы, черт подери, да, что я в вас не сомневаюсь абсолютно. Давай. Окей, мы прыгаем здесь. Мне кажется, я сейчас тут зависну, прям вот прям серьезно зависну. Я смог пройти. Черт подери! Неужели еще придется заново? Да ё-моё. Отлично, надеюсь, это сохранится. Потому что опять сначала где-то там начинать что-то не хочется. Надеюсь, сейчас это сохранится. Опять монстр? Ой, чувак. Зачем ты это делал? Ты хотел нас прибить или что? Побежали за ним. Конечно, этот чувачочек пытается что-то с нами сделать. Как мы должны были это пройти? Я попытался перепрыгнуть, но не смог. Мы можем это перепрыгнуть, но... А, колесо горит. Охренеть. Это, конечно, жестоко. Я понимаю, что этот чувак тут, походу, делает, поджигает и портит нам жизнь. Как это? Ну, естественно. Супер. Как нам это пройти?
Бежим обратно, бежим, 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 бежим. Опа-на. Супер. А там теперь все горит, да, я так полагаю. Чуваки, зачем вы это делаете? Я вам ничего плохого не сделал, ребят. Там даже не один парень, их там много. Зачем они это делают, я не понимаю. Ребят, я, может, вам как-то насолил или что? Что я вам сделал-то? Один повешался. Что тут вообще? Что в этом мире вообще происходит? Я полагаю, меня сейчас просто прибьет. Какой-нибудь. Я так и понял. Вот они гады. Они вот прям... Что? Зачем они это делают? Зачем? Просто для чего? Ну, эта хрень бежит, летит быстрее, чем я бегу. А как? Как вообще с ней справиться-то? Они еще в две стороны. Охренительно. Просто супер. Потрясающе. Нет, 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 нет. Она еще улетела. Вот катабаза-то, а? Как-то мы эту хрень должны обмануть. Нет, не так. Нет, это не. Это прям вообще. Это прям совсем не выход. Отлично. Поднимаемся. Вот козел. Взял, забрал веревку. Так. Что у нас еще? Что эти ребята еще дальше придумают? Черт, а как? А эта хрень еще по воде умеет ходить? Супер. А, то есть она нас прям убивает, что ли? Отлично. А как мы должны с ней справиться? Как мы должны с ней справиться? Что? Как? Ну, убила вон того чувака. Черт, все, она и нас убила. Как мы должны это сделать? Она убивает. Эта хрень убивает. Она реально убивает. Потому что что-то упустили, пропустили, я не знаю. Ага, капкан. Вот сейчас вот это и получится, да. Но я не знаю, как нам взять капкан, потому что предыдущего монстра, такого паука, мы убивали капканом. Так, управление еще раз посмотрю. Ctrl и стрелочки, окей. Ctrl и стрелочки. Супер. Нет, но он не берет. Он не берет его. Ближе подойду, он меня просто убьет. А как я должен? Ну, эта хрень убивает. Я действительно не могу понять, как это. Как, ну как? Она и так достанет. То есть спрятаться, нам даже спрятаться от нее не удается. А, ясно. Ё-моё, я понял.
Все, ребятки, я догадался. Отлично. Отлично, отлично. Пихаем вот эту хрень. Да, падаем на нее и плывем. Просто убегаем от этого паукана. Просто убегаем, потому что у нас, ну, нету выхода. Кроме того, как убегать. Тут-то как? Камон. Окей, здесь мы кидаем. Хорошо. Здесь мы ее кидаем. Она плывет. Мы тут перепрыгиваем. Тут тоже перепрыгиваем, бежим. Здесь тоже прыгаем. Нет, тут мы бревно пихнуть не можем. А, наверное, все, я допер. Мы должны ждать вот эту хрень. Нет, мы не должны ее ждать. А как? Думал, она нас подкинет, а мы улетим дальше. Нет? Как это понимать? Просто отстань от меня. Ты можешь просто отстать, чувак? Я тебе вроде как бы, ну, ничего не должен. В принципе-то. Я же не это. Ну как? Ну как? Просто я не знаю как, ребят. Вот опять так же, как мы тут вот тупили, мы сейчас чем-нибудь натупим. Поднимайся быстрее. Я не знаю, его ждать надо или что? Пока он на эту хрень наступит. Нет, мы не допрыгиваем до туда. Мы не можем просто тупо допрыгнуть до туда. Как? Это не серьезно. Моя логика просто не знает границ. Стоять назад. Мы сами померли. Черт. Как? Как это просто сделать? Я не понимаю. Просто пройдем этого паука злосчастного и все. Как? Я не понимаю, например. Нет, ну прыгай. Ну как? Я не пойму. В смысле? Нет, ну это реально, это что-то как-то сложно. Даже для меня это сложно. Я понимаю, что что-то вот с этими вот весами связано, да, я так полагаю. Можешь мне просто туда закинуть? Нет. Как тогда? Я вообще не понимаю тогда, как это вот пройти. Беги, Форест, просто беги. Вот это бревно, окей. Явно, что с ним что-то связано должно быть. Да, мы просто не допрыгивали, ребят, с вами. Мы просто не допрыгивали. Я думал, там какая-то головоломка сложная.
Оказывается, мы там... Всё. What the hell is that? А как нам тут пройти? Наверное, мы должны спуститься туда. Чёрт, с самого начала начинаем. Ну все, ребятки, я уже под на это. Я уже знаю, чё куда. Знаю, чё куда, зачем и почему. Мы должны просто успеть перепрыгнуть. Просто должны тут вовремя прыгнуть и все. А там камнем уже придавим данного паучка. Супер, прыгаем. Бежим. Мне кажется, он сейчас догонит. Нет? Супер. Мы смогли это сделать, ребята. Да. Хочу добежать до какого-нибудь укромного уголочка. Ой, ребят, давайте, наверное, вот на этом вот моменте мы сейчас с вами и закончим данный летсплей, ребят. Если вам понравилась данная серия, то ставьте пальчики вверх. Я, наверное, на паузу поставлю сразу, чтобы, не дай бог, мало ли, эта хрень многорукая вылезет вновь. Все, ребят, если вам понравился данный летсплей, то ставьте пальцы вверх. Я реально для вас стараюсь, потому что, когда вы смотрите данный летсплей, я уже готовлюсь к командировке по делу, потому что у меня с 1 по 9 число командировка, 7 числа у меня день рождения, и да, свой день рождения я встречаю в командировке, но потом приезжаю и в субботу отмечаю его нормально с друзьями. Поэтому вот так, ребята. Я для вас реально стараюсь записать видео на неделю вперед, причем по 3 видео в день. Это реально сложно. Я записываю сейчас, например, у меня сколько, я не знаю, наверное, 12 час ночи я записываю для вас видео. Я понимаю, что на этом я еще не остановлюсь, потому что еще очень много нужно записать. А сегодня у вас только вторник. Мне нужно дописать до субботы. Вы понимаете, сколько у меня еще материала? Да. А 1 сентября выйдет не 3 видео, а очень много видео, и все школьные тематики, все будет реально очень классно, все супер, там школьно-осенние тематики, так можно сказать. Все, ребятки, если вам понравился данный летсплей, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, если вы на него еще не подписаны, и вы просто как-то случайно увидели мой летсплей, и он вас заинтересовал, подписывайтесь, кнопочка под этим видео, да. Поэтому, ребятки, я вас всех очень сильно люблю, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. И репостите мои видео в различные социальные сети и приглашайте своих друзей. Все, ребят, всем пока-пока и до скорых встреч, ребятки. Пока-пока.